Самые маленькие жители микрорайона Подрезково отмечают новоселье. Там открылся детский сад номер 38 «Маленький принц». Здание рассчитано на 160 мест. Это 8 групп по 20 человек. На каждую группу предусмотрены собственные ванные комнаты, спальни, раздевалки и зона активностей. Также здание оборудовано современным пищеблоком. Особенностью нового детского сада – дополнительные помещения, где малыши смогут проводить время с пользой. Идут в спортивный зал заниматься спортом, идут в музыкальный зал на музыкальные занятия, идут в кабинеты, предусмотренные для каких-то направлений, для художественно-эстетического развития, к педагогу-психологу, к учителю-логопеду. Поэтому дети хозяева в детском саду, и я думаю, будет тут комфортно и уютно. Благоустроенная территория нового сада, песочницы, современные качели, горки, мягкое покрытие и навесы от дождя. Места хватит на всех. Раз, два, три, беги! Новый сад построили за полтора года. В январе 2017-го главой городского округа Дмитрием Волошиным была заложена капсула времени. Администрация Химок планирует увеличить количество детских садов в микрорайоне. Большой объем. Я запланирован до 2035 года. И мы сейчас идем вначале строим социальные объекты или параллельно. Всего за последние 5 лет в Химках было открыт 31 детский сад. Население городского округа ежегодно увеличивается в несколько раз. Поэтому к 2023 году планируется запустить еще 16 садов. Ксения Каретникова, Матвей Шинкаренко, служба новостей.